Кости целы? Все на месте? Ну что, как вы там? Нормально. Ну, что дальше? Нам надо найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Понял, будем ждать у радио. Сюда. Эй. Ты первый. Мы на нижних уровнях корабля. Если мы отсюда выберемся, я неделю пролежу в ванне. Не если, а когда? Ну, надеюсь. Я всегда прав. Посмотри-ка. Глянь, внизу. Машинное отделение. Самое место для генератора. Посмотрим. Черт! Все, конец. Я могу спрыгнуть. Стой! Ты в порядке? Да, в полном. Спускайся. Чего? Ты видела эту херню? А, ну да. Нет, конечно. Ау? Ко мне только теперь возвращается зрение и рассудок. Никто не нападал. В общем, корабль вез маньчжурское золото. Что по факту никакое не золото, ядохимикат. На корабле какой-то странный туман. Может, именно из-за этого? Мы, наверное, им надышались, и теперь нас так глючит. Я видел такой бред, что глазам не верил. И правильно, что не верил. Мне все привиделось. Но в этом есть смысл. Мы знаем, что команда чего-то очень боялась. Да. Они видели какую-то херню и решили, что это все правда. А с упавшим самолетом это никак не связано? Это был спасательный самолет. А прилетел он сюда, потому что люди на корабле послали сигнал бедствия. Но прилетел он слишком поздно. На корабле все сошли с ума и сбили его. Кто знает, о чем они думали. Или им показалось. О, боже. Ладно, идем дальше. Ты не думала, что было бы, если бы мы отправились в Японию? Заткнись. Я нашел. Слава богу, он работает. Ну, слава богу, нашли. Переключи рубильник и пошли наверх. Ну все, пойдем наверх. Придется искать другой путь. Прием, мы вернулись. Как слышно? Вы меня слышите? Как слышно? Прием! Опишите ситуацию, прием. Нас похитили. Какие-то... твари! Пытаются здесь на корабле нас убить! Прием! К вам уже направляется группа спасателей. Прием! Местонахождение подтверждено.
ты кусок дерьма! Эй, посмотри! Это ребризер! С нашей яхты притащили. Он еще работает? Ну, на несколько минут, может, и хватит. Стоит его брать? Он будет нам мешать. Нет, лучше его взять. Все-таки часть трюмов затоплена. Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute. Écoute-moi! Non! Fais pas ça! Je te l'ai dit de fermer ta gueule! Oh, tchurt! Господи, это жуть какая. Он же больной на всю голову. Лучше держаться подальше. Да, надо срочно выбираться. Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапошить? А о чем вы думаете? Чтобы не делиться, вы оставите меня здесь, на смерть. Но капитан здесь я. Я здесь главный. Поэтому я здесь решаю, кому уйти. Кому остаться? Вот-вот нас догонит. Ты ведь придумал, что делать? Сидеть тихо. Посмотрим, что будет. Ага. Американцы пробивали себе дорогу в чужие края. И остались не у них. Генераторы включены. Золото мое. И теперь пришла моя очередь пить. Моя! Вот этой вот большой кувалдой!
Порядок. Ну, до поры. Все, все. Не с места. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно? Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Тихо. Нет, нет. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Послушай, мы не враги тебе. Мы просто хотим выбраться. Пожалуйста. Простите, нет уж. Если вы дышите, значит, выбора у вас тут нет. Так что решат уже не вам. Ага. Вот опять. Опять все переменилось. Что? Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману! Эй, здесь нет тумана. Не вдыхайте. Не вдыхайте туман! Стой! Что это за туман? Как он действует? Он... зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри. Уже внутри нас все. Да успокойся ты! Стоп! Стоп! Туман в кондо! Из нас? Убери пистолет! Слышишь? Что за разговор? Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман! Только что! Я чувствую! Ладно. Слушай, в последнем трюме и правда что-то было. Какая-то дымка или туман. Не знал. Говорил. В тебе есть туман? Нет. Мы задержали дыхание. В нас нет никакого тумана. Да ладно. Вы типы крутый дайвер. Но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И сейчас не дышите? Стоп, 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 стоп! У нас есть ребризер с нашей лодки. Что? Мы им пользовались, чтобы не дышать туманом. Понимаешь, можем с тобой поделиться. Хочешь? Нет, нет, не смей! А ну убери от меня эту штуку! Боже, он во мне! Кошмар, я вдохнул туман! Он во мне, да? Я чувствую, как он там вихрится! Меняет меня! Внутри! Тащи снарягу! Ты в порядке? Ну да, давай тогда сразу утопимся в луже. А что? В этой комнате 472 заклепки, а это может означать только одно. Я 100 лет тут торчу. Эй! Вы там живые хоть? Черт. Надо пойти за ними, точно.
Надо проверить, все ли нормально. Черт! Что делать будем? Ты останься возле радио, а я за ними. А вдруг что случится? Это моя вина. Сам натворил, сам исправлю. Я останусь возле радио. Удачи там. Размеров эта посудина. Все нормально. Успокойся. Поговорим спокойно. Мы ведь тоже ненавидим эту посудину. Серьезно? Ты думаешь, это лучший вариант? Thank you.
Уходи оттуда скорей! Ну что, попробуем? Козел, захвативший яхту, думал, там золото. Он хотел золото. Вот и все. Маньчжурское золото. Оно оказалось совсем не таким, как мы представляли. Я кручу это в голове все время. И не могу понять никак. Просто. И помню, что видел. Просто. Как поверить в то, что я там видел-то? Я видела Алекса. Но это был не Алекс, а кто-то другой. Но он выглядел как Алекс. Он смеялся надо мной. Вот вы, мажор. Это, кто-нибудь хочет пивка опрокинуть? Давай. Поздравляю! Все ваши подопечные еще дышат.
достижение, можно сказать. Удивительно, когда опускается занавес, вы либо готовы к этому, либо нет. Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот. Решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Что ж, до встречи. Может, в Литл Хоуп, а может быть, где-то еще. Но знайте, мы встретимся. Это неизбежно. Всего эта посудина прислала СОС. Прямо настоящий корабль-призрак. О! А это что?